от шахты к переезду должна была идти платформа. И действительно, эта платформа подошла. Ну вот моя тетя Сима сказала: Саньки нет. Это я говорила о семье Карповых. Платформа, конечно, этот маленький поезд не стал нас ждать. И через какое-то время одумались, что мы сделали. Мужчины нашли грузовую машину, и мы поехали на вокзал, на станцию Сланцы. Когда мы приехали, сказали, что уже ничто не пойдет. Ни маленький поезд, ни большой поезд, никакой, ничего нет. Несколько человек вот из наших семейств пошли к обочине дороги. Ну, наверное, думая, как, может быть, как-то мы тоже машину где-нибудь найдем. Это я так сейчас думаю. Стоим на обочине, идут воздушные бои. Это вот в сторону Гостиц. И наши войска отступают. Колонна идет за колонной. И вдруг из колонны выбегает солдат. Ну, наверное, узнали, да, какой солдат? Самый старший на этой фотографии. Это наш постоялец. Но тогда, вот когда началась война, его уже не было с нами. И он говорит: уходите, уезжайте, но вот немцы вот-вот будут здесь. Кто-то подбежал из наших к нам, что там стоят на пути стоит паровоз «Кукушка». Называли это, наверное, маленький такой паровозик, называли его кукушкой. Я не знаю, две или одна платформа. Кажется мне, что это была одна платформа. Вот, и мы побежали. Тоже стали забираться на эту платформу. А у людей уже много было, опередили нас. Конечно, были недовольны, мы вещи бросаем на платформу. Люди стараются сбросить их, потому что уже сидят так вплотную друг к другу.